абстрактно рассуждая, я считаю, что это самая главная угроза банкам, это как раз не от финтека, а как раз от интернет-гигантов, да, потому что действительно ресурсы все необходимые у них есть. Почему они этого не делают? Потому что это не является их приоритетом, раз, да, и потому что они не хотят вступать в регулируемые, зарегулированные бизнесы, два. Значит, вот, собственно говоря, поэтому пока все хорошо, да? Если вдруг они решат по какой-то причине туда пойти активно, ну, я считаю, они займут, мягко говоря, достойное место, да? Потому что в платежах, собственно говоря, уже это происходит. В кредитовании кредитный риск – это то, чего не хотят они делать, да? Не хотят брать это на себя. Маркетплейсы, чтобы построить, пока нету каких-то очевидных примеров, это достаточно дискуссионная тема, да, поэтому ну, либо надо начинать кредитовать самим, либо надо начинать приобретать банковские учреждения, а на Западе, я вам напоминаю, там регулирование самих банковских учреждений таково, что начинают всю группу регулировать еще. То есть там концепция регулирования тоже эволюционирует в такую достаточно консервативную сторону. Поэтому если Google купит банк маленький в Монголии, скорее всего, весь Google будет регулироваться как банковское учреждение. А это ему точно не интересно, потому что это дикие расходы и дикие совершенно... ну, отвлечение всех видов ресурсов и так далее. Да? Еще вот такой элемент. Поэтому мы их там вот в кредитном бизнесе, скорее всего, не ждем. В брокерском, в расчетном, в транзакционном, в сервисном, финансовом бизнесе, да, я думаю, что мы их там увидим. Все, что касается кредитного бизнеса, на баланс самой организации вряд ли. Создание маркетплейса, где они могли бы это все кому-то продавать, дискуссионно, потому что надо иметь видение, надо потратить много денег и усилий для того, чтобы попробовать, и неизвестно, что получится, потому что пока прецедентов особо нету. Поэтому вот эта инерция, собственно говоря, пока всех спасает. Как будет развиваться дальше, трудно предсказать, да, но есть вот разные тенденции, как это будет происходить. На самом деле, ну, компании многие вот такие классические, которые обладают клиентской базой и данными о клиентах, а это социальные сети, мобильные операторы, компании типа Амазона, компании типа eBay, компании типа Alipay, они, конечно, позиционированы просто фантастически для этого. Но надо им это или нет? И готовы они пойти на эти вот регуляторные проблемы? Это большой вопрос. Это вопрос их видения, их собственного вообще стратегического развития. Не всегда легко туда заглянуть. От компании к компании это, в общем-то, отличается у них собственная стратегия.